Здравствуйте, меня зовут Нина Ной. Сегодня мы нарисуем всеми известного и всеми любимого героя мультфильма кота Матроскина. Для этого мы сначала нарисуем такую форму геометрическую, как бы большой раскрытый глаз. Не знаю, как называется эта форма. Ну, что-то вроде лежачего лимона или глаза раскрытого. А тут будут щечки у Матроскина. Примерно в середине мордочки мы рисуем глаза овальные. И мечтательно он как бы смотрит наверх. Зрачки у нас будут наверху. Оставьте блики, закрашивая зрачки. Носик просто как перевернутая капелька. И рот улыбающийся. Широко раскрытый. У Матроскина вот мордочка выделяется. Нарисуем ушки. Вот таким образом усики, конечно, не забыть шейку, обмотанную шарфиком. Шарфик у нас. И так он сидит. Матроскин. И играет на гитаре. Здесь будет у него гитара расположена. Это примерно нарисуем такую линию, чтобы не перепутать. Здесь корпус гитары и гриф. Рисуем корпус в форме груши. Продолжаем как бы гриф гитары рисовать. Там, где струны натянуты, здесь будет головка гитары. Ну, что-то в этом роде. Вот лапка его, который он перебирает струны и поет. Матроскин же такой музыкальный кот. Ну, пока сотру что-то лишнее. Конечно, такого кота лучше карандашом рисовать, чтобы была возможность стереть. Здесь будет вторая лапка. Второй лапкой он
Держит гриф гитары. Немножко делаем все поярче. И, как обычно, стираем лишние линии. Здесь у нас будет нога. И, конечно же, валенки. Он же любит тепленькое. Он же любит погреться. Такой вот он матроскин. Поэтому в валенках сидит. Мерзнуть он не любит. Там вторая ножка у него торчит. Второй валенок. И сейчас нам осталось просто обвести линии. И нарисовать полоски. Вот такой код у нас получился. Если вам понравилось видео, если вы любите мультфильм Простоквашино, подписывайтесь на канал. Тогда увидимся в следующих видео. Пока-пока. Всем хорошего настроения.